Приветствую всех, Одесса, 9 июля 2023 года. Мы с вами пришли на пляж Чайка. Такая здесь обстановочка утренняя, людей нет, просто нет, от слова нет совсем. Пляж пустой, стоит он мужчина с женщиной вдвоем, что-то там фотографируют, снимают, а он еще какая-то женщина вышла с воды. Воскресенье, шикарная погода, ветра уже нету, потеплело, ну так, свежо, но потеплело, не так, как вчера. Людей нету. Такие дела. Такой у нас сезон в этом году, ребята. Хотя было, помните, да? В начале лета сколько народу. Сейчас меня смеялись там в комментариях. О, что так? Ты что, людей никогда не видел в Одессе? Какие-то дебилы писали. Я видел людей в Одессе, ребята. А теперь их снова не вижу. Понятно? Понятно.